В Гонконге при открытии новой недели торгов акции «Русал» сразу же подешевели на 22,5%. Это стало самой низкой стоимостью этих бумаг с момента начала их размещения в Азии еще 8 лет назад. Вслед за Гонконгом эстафету приняла Москва. Там на бирже акции «Русала» продолжили падение. Вначале упав на 23%, а затем курс был скорректирован, поднявшись на 3%. В общей сложности на российской торговой площадке акции «Русал» подешевели на 41%. Роль сыграли санкции США, введенные в отношении компании, и сообщения о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств в связи с этим.